Доброе утро из Крейза. Вот тут вот мы находимся. Все, мы уезжаем. Время 10:27. Что-то макушка Айпетрия. Ялта. Ялте только горы. 95-63. Как там вообще трактор-то пашет? Зуфи, у нас Артек слева был. И продажа ялтинского лука. Борзов. И там маленькие ремонтные работы идут. Алушта. Едем мы по Алуште и уже весь будем ехать влево, вправо. Тут можете периодически окошки открывать. У нас опять пошло. Господи, как вам тяжело. И мозаики, то факел. Ехали в какой-то населенный пункт. На водопады, едем. Солнечногорская. Храм святителя Николая. Палаточный городок. Пока смотрового нету, а так остановиться можно. Мы не одни с открытыми окнами едем. Вышли размяться немножечко. Пошло. Выходной день.
лошадками пахнет. Какашки лучше. А, ну вот, конные прогулки. Так, какой-то у нас тут... Зеленогорье это было написано. Розовая тачка. Вот, палаточный город. Сколько вас тут много. Что себе. Слушай, палатка на палатке. Домов нету никаких, люди не живут, просто сами дикари. Вау. Волна. Из асфальта. Ой. О, там продолжение. Да, видите, домов нету, чисто палаточники, все. Дикий край. А, все местные, 82, Вова. Это местные гоняют сюда. Ну ясно, видишь, воскресенье. Воскресенье, вот они. Мне кажется, надо, если бы завтра поехали, меньше было людей, да? Меньше моей машины. Да. У нас сегодня просто. Слушай, тут хоть посвободнее, там вообще друг на друге. Палатка на любой вкус. Какие красивые всякие разные. Кажется, ты собираешься, что ли? Давай, следующий кусочек также. Там уже вообще камни. Все сидят, да? Все равно сидят, да. Просто по камням он ползет. О, костром пахнет. Да, сильно. О, нет. Но мы его уже обогнали почти. Нет, он параллельно, он едет нам. Едет со скоростью 50. Ничего себе. Старается. Скачет. Так, следующий кусочек. Ела, он лежит. А, прямо на этой, на свае. Это морское. Написано. Гостевой дом. Святые источники туда же есть где-то. Столовая. Домов-то сколько, на там надо смотреть. Ой, это что нарыто? Тут уже не полежишь. Что-то нарыли все. Тут только лодки спускаются, лодочники. Ремонт дороги, объезд. Так, давайте нам это. Охладимся, закрывайте окна. Давайте. Все, закрываемся.
ремонтные дороги идут. И нас мотоциклист вон обогнал, пока мы там объезжали. Видишь, что они делают? Усиливают, что там обвалилось все, как будто делают. Наверное, дорога, может, обвалилась, да. Ну да, светлый. Серый, да. Слушай, а это у него смысл большой, это у него не просто мотоцикл, гидроцикл. Будет, да, мне кажется. А, не, обычный. Или нет? И это какой-то широкий. Да не, обычный. А, длинный. Тоже палаточный городок. И какое-то одно здание. Это вообще прям равнина пошла. Равнина равнинная. Ой, виноградики хоть такие сочные. Везде есть. Там одни кочерышки. Река Ворон. Одни кочерышки вот так вот стоят, и все. Ни листиков, ничего нету. На горах там. Солнечный. Пансионат. Какой-то солнечный камень. Солнечный камень. А, вот он большой-то и был. Все, морское мы проехали. Себе. Большой, да? Да, какой-то большой, даже и храм там есть, и многоэтажки. Веселая. Угу. Ох, какая тут скала. Ань, посмотри. Лысая прям. Ехали в Судак. Долина. А, уже смотровая прямо, кстати, рядышком будет. Вот мы сейчас круг сделаем, и под тем камнем будет смотровая. Ну так будет, и что дальше? Мы там залезали туда. Куда? На камень.
Мы за... Четвером все, да. Ты помнишь? Кафе «Бочка». Щебетовка. Написано «Виноград с поля 150 рублей». А, вот, в палатке. Просто их с поля вот как раз Дана собирал. Она возит сюда, да? Ага. Ну, влагу так воровать это вообще. Да, вот он, с поля 150 рублей. Тут кофе. Но нам нужна столовая, а не кофе. У нас есть пирожок с мясом, если что. Не, ну это так уже, на крайний случай. НЗ. Не, ну хотите есть, я не... это твой. Там еще пицца у нас есть. Знаешь, сколько еды вообще с собой? А вы не доели, что с пиццей? Нет. У нас пицца, еще хлеб у нас есть. Нет, у меня такого вот прям супер голода нет. Но супчик я бы сейчас съел. Ну, еще картошка у нас. А ты, Вань, у тебя тоже голод нет? Да. Нет голода тоже? Так. У меня тоже, ну так. Какие открытые. Тут уже нет вот этого, как гордый баран. Да, да, открытые пространства. Тут все уже такая открытая местность пошла. Перекус вон сидят. Слева был перекус. Все, Щебетовка. Белоруссия. Кстати, очень много машин с белорусскими номерами здесь. Очень много. Что вы там продаете? Инжир, персики, 130. Как остановились в Коктебеле, там было написано «столовая». Здесь написано «рынок». Ты сок подготовишь? Фай на рынке. Рынок. Вот, что такой вечер там, что ужас. Вот, столовая. Теперь посмотрим. Открыто, open. А, столик есть. Макарошки с гуляшом из говядины, две лапши, два компота, греческие, оливье, яичко с макаронами, это у нас вышло 850 рублей. Аквапарк! Ого, народу! Все стоят в очереди. Что-то вы там как-то были, такие какие-то проблемные дороги, да? Такого не было раньше. Ну, когда провалы, плиты, песок желтый везде летает. Это вообще как тебе. Интересно, это новостройки или это заброшки? О, краны стоят, ничего себе, новый микрорайон делают. Рабочих, конечно, я там не вижу. Просторы, холмы.
Завод Коктебель. Экскурсии. Вот он, завод. Опа! Кстати, у них все огорожено. Там мы выехали вот на такую трассу широкую. Ну все, выехали мы на Тавриду. Заняло это у нас где-то вместе с пробкой. Там небольшая была пробочка, минут 20. А когда уже на досмотр сам заехали, все быстро. То есть буквально ты глушишь машину, все открываешь, опять сумки все собираешь, вытаскиваешь через ленту, чтобы провести. И все, опять загружаешь, садишься и едешь. То есть это все быстро. Ну вот. Так что въезжаем в Крымский. На Крымский мост. Похоже. Ну нет, на
потом встречка, смотри, без конца сколько едут. У нас было поменьше. И выезжаем столько же. Вон все стоят. Мы здесь спокойно ехали. Да, это все пробка на Крым. О, народ попер, значит. Да. Подожди, ну они едут, как бы они не стоят, они едут. Ну, мне кажется, мы тоже ехали, нет? Ну мы в таком потоке ехали. Ну мы здесь не были точно, да. Ну больше, да, попер, да. Вообще спокойно ты проехал. Да. Тут, конечно, стоят они. Вон медленно все. В таком режиме. Не, люди мне все... кажется, здесь больше людей, чем у нас, чем на выезде. Люди пошли в Крым, короче. Да, погнали. Все, погнали. Нет, может, просто до нас еще много людей вошли. Вон они стоят, видишь, да, они да, вышли. Да, у нас не было такого. Это очень много, все. Это там был какой-то пробил, видимо, непонятно. Не-не-не, это очень большая пробка. Большая, это что такое-то? Мы удачно заехали тогда еще, у нас было... Вообще практически не было у нас пробки. Надо было засечь. Какая тут циферка была? Это ой, сколько? О, мамочки, дорогая, что творится на Крым? А мы там размечтались. Кошмар! Они все стоят просто. А сколько километров тут было? 30, да, Ань, ты говорила? Я вот не засек. А я сфотографировала. У меня фотографии есть. Это все пробка. Сейчас скажу, сколько. Пробка все еще. 28 километров мы уже едем. Да. Это что творится-то сегодня? Да ну нафиг. Ну, 20. Автобус бедолага. Ты начала с какого момента, как мы только ее выехали из нашей проверки? Их-то проверка больше. Ну вот, наверное, где-то вот здесь заканчивается, да? Кошмар. Вот где-то здесь заканчивается. Что такое вообще? А сколько можно? Так, первая Лукуловская заправка. Сейчас посмотрим, что там у нас. Не, ничего, пустые. Так что? Да, по машинке стоят. Почки, я помню, да. Нет, ну здесь много уже. Здесь вот. Ну, чуть-чуть побольше, ну что там, две машинки стоят, все. Ну, а эти отдыхают просто. Фанагория. Все, нам вернули наши гигабайты, потому что когда ты въезжаешь в Крым, то твои все гигабайты, они исчезают и выдаются в день по 500 мегабайтов, за которые ты платишь 11 рублей 50 копеек ежедневно, ну, списывается автоматом. Вот, а сейчас все вернулись наши тарифы, все обратно, все как было. Вот, мы отсюда выехали, помните? Вот отсюда мы выехали. С Голубинского отсюда. Понял? Кавказ направо. Так, мы замкнули круг. Едем по дороге, которую в этом году еще не ездили. Прямо Темрюк налево. А Бузова все потерянная, да, я тебе смотрю? Ну, Бузова вообще троит. Все желтые, желтые развязки. Вот так и делают вот дорогу. Арбуз 25 рублей. Виноград 90 рублей. Лук ялтинский 100 рублей. Thank you.
медленно едем до ЖД переезда. Вот в таком темпе 14 километров в час. Давно мы так не ехали. За нами КамАЗ едет. Когда было две полосы, он закрывал ту полосу, вот слева. А сейчас вон закрывает поля, чтобы никто по полям не ехал. Все, и за ним вот едет машина, то есть он молодец. Короче, всех нырков учит. Да, да, у нас как была скорость? Нет, побыстрее, да, уже стало. О, наконец-то дорога нормально стала. Пиво 100 рублей. Толпы, просто толпы. Здесь и лица такие, какие-то не очень довольные. Ну, они устали на жаре лежать. По Пионерскому проспекту едем. Это просто трешак. И тут просто машины. Не было такого в том году? Не было, не было, конечно. Просто. Кошмар. Ну, все хотят отдыхать. А в Крым все боятся ехать. Там такая защита. Вообще, это что, автостоянка? Да, это походу здесь стоят. И там все забито, слева, вправо. Слушай, может быть, воскресенье, завтра поменьше будет, а? Номера-то все не местные. Да. А какие тут местные? Так, это здесь заезд, да? А, еще и помойка здесь. Дороги хаос, нам надо повернуть, а дорогу перегородил вот мусоровоз. Водителя нет, он просто стоит.